Вы смотрите новости на телеканале «Север». Здравствуйте, в студии Алина Волчейская. И вот о чем расскажем сегодня. Чем живешь, сельхозпроизводитель? В Ненецком округе накануне чествовали тех, кто связал свою жизнь с сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью. Пожелали сладких снов. В Ненецком заповеднике проводили в зимнюю спячку всенародного любимца бурого медведя. В нашем выпуске репортаж с праздника. Золотая осень вновь объединила любителей туризма. Школьники Ненецкого округа выявили сильнейших в умении работать в коллективе, знании родного края и творчестве. Об этом не только расскажем в ближайшие 20 минут. Депутаты окружного собрания на заседании постоянной комиссии по вопросам образования, культуры и спорта обсудили процесс внедрения здоровьесберегающих технологий в школах. Поводом послужило обращение председателя региональной общественной организации Совета отцов Алексея Канева, который пытается обратить внимание парламентариев на одну из здоровьесберегающих методик доктора Базарного, чтобы внедрить ее в образовательные учреждения округа. Все здоровьесберегающие технологии имеют в своей основе схожие методы и приемы. Нет какой-то одной уникальной схемы. На практике на уроках в школах округа уже созданы условия для сохранения здоровья детей и используются приемы, схожие с методикой Базарного. Эта технология предлагает целый ряд решений для массового внедрения и включает базовый элемент – конторку, специальный ученический стол для работы стоя. Она подразумевает смену динамических поз в процессе обучения через каждые 15 минут. Там даже не очень много надо-то, в принципе. Надо просто на эти парты поставить одну стоячую, да, можно сделать из фанеры, это не очень много денег займет. А одна просто, чтобы была наклон, и все, и меняться местами. Там небольшие, для того, чтобы здоровье у детей было нормальное, это небольшие вложения. И это единственная технология, при которой во время учебы зрение не садится, потому что там используются офтальмотренажеры. Вот в эти именно 15-минутные перерывы, когда там через 15 минут встал учитель и сказал, а давайте теперь посмотрим. Они нарисованы, там немного денег. Они нарисованы на потолке, на стенах. Они встали, раз, головами покрутили, здесь никакого зажима нету, и глаза у них нормально. Есть другие тренажеры, кресты эти. То есть это же много денег не занимает там вообще. А для здоровья полезно. Распространение технологии носит общественно-инициативный характер. И даже приблизительная статистика ее использования отсутствует. Руководитель управления образования Лиана Храпова согласилась с тем, что данная методика может применяться и в наших школах. А также добавила, что для практического внедрения данной технологии потребуются немалые финансовые затраты. Готовы рассмотреть в пилоте, потому что это на самом деле это финансовое. Основа лежит за этим, потому что если мы будем абсолютно во всех школах это представлять, это все, замена всех парт пойдет, это ремонт всех кабинетов, и насколько это все ляжет на бюджет субъекта. И поэтому рассчитали, что приобретение парт, этой мебели, комплекта мебели обойдется для одного класса, если мы начнем с первого класса, потому что начинать это в четвертом или в третьем, это неразумно, потому что надо посмотреть динамику, а что происходит с детьми, а как она, эта система, как подготовить аналитику, подготовить выводы применения данной технологии. По словам Лианы Храповой, только после этого можно будет внедрить данную методику во все школы. Обсудив вопрос, депутаты предложили профильному департаменту рассмотреть целесообразность введения здоровьесберегающей технологии Базарного. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Свой профессиональный праздник накануне отметили работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Труженики и ветераны отрасли были отмечены заслуженными наградами. Торжественное мероприятие состоялось в Дворце культуры «Арктика». Торжественное мероприятие началось с открытия выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции региона в фойе второго этажа. В ней приняли участие 8 местных производителей. Среди них великовисочный животноводческий комплекс. Расскажите, какую продукцию производит ваш комплекс? Молоко, сметана, масло, творог. Это все у вас? Это все у нас, да. Масло, сливки, творог, морожку, выпечку, мясо и меховые изделия представил на своем прилавке сельхозпроизводственный кооператив «Харп». СПК из поселка Красное, как и многие другие сельхозтоваропроизводители региона, получают дотации от округа на реализацию и переработку молока. Речь идет о субсидиях на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В этом году ее размер был увеличен до 85 рублей на килограмм молока базисной жирности, реализованного или отгруженного на переработку. Сельхозпроизводители региона получают ее с 1 мая по 30
31 августа, в период проведения кормозаготовительной кампании. Эта мера господдержки направлена на снижение затрат хозяйств на проведение кормозаготовительной кампании, сенокосной работы, закупка и заготовка комбикормов, их упаковка. Это очень хорошее подспорье, потому что мы на эти денежки сумели провести без, как говорится, без сучка и задоринки сенокос. Закупили запчасти, закупили комбикорма, все проплатили уже. И еще в планах вот на закупку необходимо сельхозтехнику еще закупить. Трактора, может, что-то из экономии выкроим. Все меры поддержки, которые сегодня реализуют органы власти в отношении предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, направлены на развитие производства. Об этом заявил глава региона Александр Цибульский, обращаясь к представителям отрасли. В том числе мы сейчас принимаем решение о еще дополнительном снижении стоимости 1 киловатта для электричества, что тоже все российские территории, на мой взгляд, должно серьезно улучшить экономику этих производств. Мы хотим сейчас рассмотреть вопрос дополнительной субсидии по транспортировке готовой продукции из сельских населенных пунктов в город Нарьян-Мар для того, чтобы снять максимально эти вот такие ограничительные меры, которые в силу специфики нашего региона сегодня лежат на сельскохозяйственных предприятиях, забрать это на себя и тем самым позволить вам работать с большей выгодой и строить перспективные планы развития. Свой профессиональный праздник лучшие работники отрасли были отмечены высокими наградами. Почетной грамотой Совета Федерации наградили бригадира оленеводческой бригады номер 6 СПК Путилича Ивана Лагейского. Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации получили работники акционерного общества «Ненецкая агропромышленная компания» Анатолий Рычков и Николай Ануфриев. Профессиональные почетные звания «Почетный работник сельского хозяйства Ненецкого округа» было присвоено ветерану общества «Вита» Галине Михеевой и ветерану «Ненецкой агропромышленной компании» Надежде Молчановой. Также представители отрасли были отмечены благодарственным письмом губернатора, юбилейными медалями к 90-летию округа, почетными грамотами и благодарственными письмами. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Фонд социального страхования отметил свой юбилей. С 25-летием заслуженных работников пришли поздравить представители власти и надзорного ведомства. Об истории фонда и его сегодняшней деятельности расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Галина Ажиганова – второй человек после руководителя, приступивший к работе с начала создания фонда социального страхования. Главный бухгалтер вспоминает, раньше все отчеты писались вручную или на печатной машинке и выходили в 7 страниц. Теперь же массивные папки еле умещают всю необходимую документацию всего за один квартал. Первый управляющий у нас был Крылов Николай Петрович. У нас тогда было 6 человек, вот он 5 человек, то есть вместе с ним 5 человек он пригласил на работу, в том числе и меня пригласил для работы главным бухгалтером, потому что я как бы уже с фондом, со средствами социального страхования была знакома, поскольку я работала в профсоюзе, в окружном профсоюзе агропромышленного комплекса. А раньше, до создания фонда социального страхования, средствами соцстраха управляли профсоюзы. Поэтому я, естественно, с ним была знакома, и он меня пригласил на работу главным бухгалтером. Наталья Хозяинова пришла в фонд социального страхования спустя год после его образования. Работа настолько затянула, что Наталья до сих пор трудится на благо жителей Ненецкого округа. Занимали мы 2 кабинета в производственном кооперативе «Стиль». Но вот сейчас уже 3 года мы работаем в новом красивом здании. Работа интересная, потому что работаем с широким кругом людей, и бухгалтера, и просто жители города, округа спрашивают, как начисляются больничные взятки, правильный ли размер пособия. И поэтому приносит удовлетворение работа, когда все объясняешь, тебя понимают и говорят спасибо. Региональное отделение фонда социального страхования было создано в 1994 году 1 марта. В период становления фонда основной задачей коллектива было формирование базы страхователей. Так, к 1995 году около 350 страхователей было поставлено на учет. И с каждым годом их количество росло. На сегодняшний день штат регионального отделения составляет 30 человек. Значит, региональное отделение обеспечивает пособиями граждан по временной трудоспособности, по беременности и родам, постановка на учет в ранние сроки беременности, ну и другими видами пособий. Мы осуществляем 2 вида страхования. Это страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. И второй вид страхования – это по временной трудоспособности и материнству. То есть 2 вида страхования.
Также фонд ежегодно предоставляет санаторно-курортное лечение и проезд для 140 граждан, обеспечивает около 400 инвалидов техническими средствами реабилитации и многое другое. В этом году фонду исполнилось 25 лет. По случаю юбилейной даты на праздник пришли представители власти. Вы выполняете свою работу на высоком профессиональном уровне, являетесь главным гарантом социальной защищенности наших граждан. Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, чуткие сердца и способность помочь тем, кто нуждается в поддержке. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успешной работы на благо жителей Ненецкого округа. Спасибо. Это работа, требующая высокого профессионализма и личных человеческих качеств. Профессионализм, ответственность и чувство помогают специалистам фонда успешно решать задачи по обеспечению государственных гарантий и предоставлению жителям региона социальных выплат. От всей души в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. На торжественном вечере, посвященном юбилею Фонда социального страхования, почетных работников наградили грамотами и благодарственными письмами. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, телеканал «Север». И теперь к другим темам. Нарьинмарцы пожелали медведю Мише сладких снов. Традиционная акция, закрывающая сезон посещений популярного в Нарьинмаре бурого медведя Миши, прошла на территории заповедника Ненецкий в эти выходные. И, как всегда, гостей праздника ждали увлекательные конкурсы, познавательные викторины, мастер-классы и лотерея. О том, как Миша принимал пожелания, расскажет Ольга Русул. Вот уже 7 лет в середине октября заповедник Ненецкий проводит акцию «Пожелай Мише сладких снов». В этот день горожане и гости окружной столицы приходят в вольерный комплекс своему любимцу – бурому медведю Мише, приносят угощение и желают спокойного зимнего сна. Особенно рады празднику дети. Он старается ложиться, делать берлогу, когда до снега, и встает уже встает, когда уже пробивает к нему вода. Медведь не такой злой, я приношу ему сгущенку. Если вот про этого, то он умеет сам сгущенку открывать. Знает то, что они большие, и когда встречаются с ними, то есть от них не надо бежать, надо знать обычные правила. Мы в прошлом году тоже, Вика, она приносила сгущенку, такую пластиковую бутылку, кинула ему, и он взял его в руки и сам открыл. В этом году праздник отличается большим количеством творческих мастерских. Пожалуй, самая востребованная из них – роспись экологической сумки. Интерактивные стенды, экологическая тропа, медвежий переулок – здесь каждый найдет для себя занятие. Увлекательное для взрослых и детей мероприятие организовано заповедником Ненецкий на средства гранта конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Благодаря этим средствам праздник прошел на ура. Самое интересное – это, наверное, обновление наших интерактивных стендов, где можно подойти, покидать на крючочки, получить тоже приз от заповедника. Также у нас есть стенд информационный с различными птичками. Можно посмотреть особенности клюва каждой птицы, где наши сотрудники рассказывают, показывают, как это есть на самом деле. А если замерз, можно согреться горячим чаем. Кстати, те, кто пришел со своей многоразовой кружкой, получили призы от заповедника Ненецкий. Мы благоустроили территорию, построили экологическую тропу, настилы. Больше у нас стало наглядной агитации. Ну и с каждым сезоном у нас все больше и больше гостей приходит на праздник медведя. В этом году праздник получился одним из самых массовых. Его посетили более 1000 человек. В этом году заповедник участвовал в социальных конкурсах, объявленных ПАО «Лукойл». Выиграл грант на организацию праздника «Пожелай Мише добрых снов». И, в принципе, за счет средств ПАО «Лукойл» были организованы различные конкурсы, закуплена сувенирная, наглядная продукция для этого праздника. И, в принципе, надеемся, что сотрудничество с «Лукойлом» у нас продолжится. Кульминация праздника – закладка елового лапника и сена в берлогу. Это свежая постель для Миши. Жира за лето он нагулял достаточно, чтобы спать всю зиму. Конечно, сейчас медведь Миша спать не ляжет, это произойдет немного позже. Но с сегодняшнего дня начнется подготовка к длительному зимнему сну. А мы вместе со всеми горожанами желаем медведю сладких снов. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». В Ненецком округе пройдет фестиваль «Аргиш надежды». В этом году он посвящен финно-угорской тематике. Мероприятия фестиваля состоятся как в городе, так и в населенных пунктах округа. В этот раз в Ненецкий округ приедут участники из Эстонии, Коми Пермяцкого округа, Ленинградской и Мурманской областей, Республик Удмуртия, Карелия, Коми, Мордовия, Мари-Эл, а также из Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов.
Мероприятие официально проводится с 16 по 20 октября, но часть мероприятий продолжается и до 22 октября. Это мастер-классы, встречи, выставки, это открытые занятия, это выступления на различных концертных площадках города. Также в рамках фестиваля будет большой праздник в поселке Красный, Заполярное финно-угорье, традиционные мероприятия, которые вот в Приморско-Куйском сельсовете проводятся. Ну и основные мероприятия 19-го – открытие фестиваля и 20-го – гала-концерт фестиваля. Билеты на открытие фестиваля, а также на гала-концерт можно приобрести в кассах Дворца культуры «Арктика». Золотая осень вновь объединила любителей туризма. Школьники Ненецкого округа выявили сильнейших в умении работать в коллективе, знании родного края и творчестве. Соревнования прошли на базе Центра арктического туризма. Кто стал победителем, знает Александра Литкова. Первым испытанием для ребят стал поход кросс из поселка Факел до места проведения слета, который сопровождался различными заданиями на ловкость, выдержку и смекалку. Все команды готовились к турслету в течение месяца. Готовились стандартно, как обычно. Вязали все узлы, которые были в положении. Изучали топографические знаки. Учились ориентироваться по карте, брать азимут. Вывозили в те выходные ребят в лес, где они разводили костер. Кипятили на время чайник. Учились преодолевать препятствия по веревкам и так далее. Эти знания участникам пригодились. Вот только из-за погоды не всем удалось за отведенное время вскипятить воду. Были топография, но мы ее не прошли так, как прошли мимо. Немножко там сбились с пути. Узнавали узлы по картинкам. Это прошло удачно. Разводили костер, но за принципы непогоды немножко не получилось. Времени не хватило. А что было самым сложным еще у нас? Вот, скипятить 3 литра воды за 20 минут. У нас возникли трудности, и мы не успели. А уже на базе турцентра участники слета установили палатки, затем провели конкурс приветствий и продемонстрировали знания по оказанию первой помощи. Завершился первый день интеллектуальным конкурсом «Я знаю НАУ». Все испытания оценивались компетентным жюри. Соревнования у нас оцениваются как по бальной системе. Есть временной эквивалент, который потом переводится также в баллы. Ну, в целом, вот, например, на походе кросс, там и баллы, и время, потому что, ну, лучшее прохождение, но помимо того, что, понятно, они могут пройти ведь это все дело на скорость, закрывая глаза на качество исполнения заданий. Ну, вот, поэтому там ставятся также штрафные баллы, и потом все это математически пересчитывается, и уже делается окончательная оценка. Второй день начался с пожарной эстафеты, продолжился короткой полосой препятствий и завершился конкурсом капитанов. По результатам всех конкурсов первое место в туристическом слете «Золотая осень-2019» заняла команда «Рубеж» из второй городской школы. Мы оставались после школы и в зале школы готовились, разводили, расставляли палатки, учили узлы, учили вот эти значки. Обозначение. Второе место досталось команде из Красного, третье – участникам из четвертой школы. Победителям вручили сертификаты на покупку туристического снаряжения. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором выпуска которого является ювелирный бутик «Фианит». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.